У начала маршрута бедуинская стоянка Берова. Здесь мы припарковались. Путешествие у нас сегодня по кратеру Рамон и вокруг его. Лагерь Берова, здесь есть душ, туалет. Здесь вот навесы, где можно поставить свою палатку, столики с водой. Магазинчик, где можно купить питу с лебеном. Современную еду и напитки. Мы в кратере Рамон, здесь вот старый город, развалины. Это развалины караван-сарая. То есть стоянки караванов, которые шли с Петры в Газу. И вот они неплохо сохранились. Сейчас поедем туда посмотрим. Вот, пожалуйста, гостиничные номера. Здесь есть номер люкс. Здесь есть номер для людей второго сорта, для погонщиков. Вот там большие номера, видимо, с сауной. Здесь двор для верблюдов. Ваня, ты какой номер занимаешь? Я вот Джакузи? Джакузи, это люкс. Смотри, это двойная оплата. Давай, залазь в джакузи, одно джакузи оставь для меня. Это номер супер люкс. Ну-ка. О! А это туалет с душа, смотри, прикол. Супер люкс. Видишь, танур хашмаль. Хашмаль. Это танур, видишь? А, ух ты, парная. Да? Парная, а это вот комнаты. Леня сегодня звезда кино, потому что у нас дуэт. Один оператор, один артист. Мы спускаемся в кратер. Красивейшее место, вот посмотрите сами. Такие причудливые волнистые холмы. Интересно обработанные природы. Леня, улыбочку! Вот какой-то нахрен. Потом посмотрим, что это по карте. Едем дальше. Красивые места. Ну, я не знаю, тут тяжело будет выбрать. Тут все красиво. Так будет все. Вот так это выглядит. Мы спустились вот оттуда. Это нахрен. Позируй, Игорь! Погодка сегодня замечательная. Тепло. Не жарко, не холодно. Ветра нет. Просто люкс. Мы направляемся в долину реки Нахрен, Никарот. Посмотри, какая чудесная, красивая панорама здесь. Красный белый грунт. И такие наложенные как будто вручную камни. Обалдеть. Ну что скажешь, Леня? Ну что, Леня, красивейшие места. Yeah! Не могли проехать в такой интересной природной крепости. Судя по следам, там хорошо изъезжено. Такая русло ручья промоена. Тишина какая. Леня, подтверди, как тут красиво. Здесь очень красиво, подтверждать. Достаточно видеть. К сожалению, камера, боюсь, что не может это все передать. Тем более моя уже потрепанная. Изрядно. А вон смотри, парит наверху. Нет. В красивых местах должны быть красивые птички. О, сейчас он развернет. Лучше хорошо идти в данном случае, чем плохо ехать. Да, снимай, тут скажешь, такой простой кусок идет. Где ж простой, ты смотри, какие камни. Очередная мацада, укрепление. Ну, мы должны, наверное, проверить, что там творится. Что ты скажешь, Леня? Поехали. Посмотрим. Мы не можем оставить поехали. Такое событие без внимания, поехали. Правда? Посмотрим. Поехали.
Я тебе скажу, Леня, если бы нам не осталось еще много до конца маршрута, здесь бы было идеальное место для привала. О, смотри, печка. Тут печка и комната. Илюха бы сюда засунул свой кирогаз, он бы отлично работал. Вот сюда. Это окошко, вентиляционное отверстие. Это спальня, скорее всего. Это лестница на второй этаж. Мы с Леней спустились вон с той горки. Вот в этот нахаль. По-моему, это нахаль не корот. Наш путь лежит прямо, вдоль усилия. Леня, ты улыбайся, потому что ты попал в кадр. Улыбаюсь. Мы идем по нахалю неизвестному, который промылся в ущелье. Другой проход. Ехать не очень легко, тем более одной рукой. Но не могу держаться, вот так красиво здесь. Какой привал? Мы еще половину не проехали. Небольшой отдых, 3 минуты, ну и вперед. Смотри, мы сегодня практически не отдыхали, если так разобраться. Подъемчик выстоит затяжной длиной. Ну что, преодолели. Все будут заливаться слюной просто. Смотри. А! О! О! Снимаешь? Да. О! Мы перекусили и продолжаем наш маршрут. Дорога на Эйлат. А мы едем в противоположную сторону, к Мицпе-Рамон. Вот туда. Силы остались, Лёня? Есть чуть-чуть. Отлично. Едем, да? Совсем немножко. Куда что? Прямо? Прямо, прямо. Десять километров до финиша. Заключительная часть маршрута. Крутые подъемы, крутые спуски. В общем, все как положено под конец маршрута. Ты снимай, когда я уже еду. Вот, например, сейчас. Завершили наш маршрут, за этой горочкой уже лагерь Бейрот, где наша стоянка. Мы сделали это, мы успели в светлое время суток, на последней покрышке и на последней капле воды. 50 километров проехали, 900 метров набор высоты, галька. В общем, маршрут был нелегкий, но очень приятный. Леня, ты доволен маршрутом? Всем привет! Что ты скажешь про маршрут? Отличный маршрут, легкий детский маршрут. Все, класс, успели вовремя. Последними лучами солнца. Побольше. Bye-bye.